Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. Под его началом ополченцы захватили несколько ключевых районов города. Из-за них гуманитарная помощь не проходит. Найди Джамала и устрани. Он перемещается дважды в день. В последний раз мы засекли его здесь, в отеле «Зинаки». Вряд ли он еще там, но имеет смысл начать поиски оттуда. Работаешь без прикрытия. В открытый бой не вступать. Ты одна. Разыщи цель, устрани ее. Включи GPS-маячок, и мы тебя заберем. Времени у тебя только до рассвета, так что торопись. Пленных тут принято привязывать к джипу и тащить через весь город. Их пока собирают по частям, так что не попадись. Я вернусь до того, как найдут тело. Будь осторожна, Джоди. Не лезь под пули. У нас ведь есть время в запасе. Открытый бой не вступать. Ты одна. Айден, проверь, чтоб не было солдат. Последний раз мы засекли его здесь, в отеле «Зинаки». Поищи что-нибудь. Классно. Теперь идем.
Убери их. Отель Зинаки. Ушли. Надо там. Здесь рядом есть собор. Его легко найти. من هناك؟ سيقتل الآن. إنه كبير جدا. ماذا
собой. С какого ракурса я выйду? Они были тут. Тихо. Ты ранен. Я хочу помочь тебе. Я сейчас подойду. Ты не стреляй, ладно? Он потерял много крови. Если я не помогу, он умрет. Прости, я не понимаю, что ты говоришь. Салим, Салим. Тебя звать Салим? Салим. Джуди. Я... Джоди. Джоди? Да, да, Джоди. 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 Похоже, у нас проблемы. Подтопили мусаляха. Подойду поближе.
уходим, пока другие не прибежали. Да, Салем. Уже светает. Теперь сложно будет прятаться. Башня. Та самая башня. Это Риджина Джабила Унек. Это Боржа Шабаб. Туда мне и надо. А что мне терять? Бежим на пролом. Будь рядом, ладно? Быстро, помоги!
تعرف الأوامر. أبريه. سوف ننتظر حتى يتصل. هل سمعت الانفجارات؟ أنا لست مستعجلاً للانضمام إلى شريف. لقد استولوا هؤلاء الأوغاد على كل المناطق الشمالية، ولن يكون من السهل التخلص منهم. بأي أذى. Здесь наши с тобой пути расходятся. Я ухожу. Ты понимаешь, Салим? لن أتركك. يمكنني البقاء إلى جانبك. أستطيع مساعدتك. Извини, но тебе со мной нельзя. Ты очень храбрый, Салим. Однажды все это кончится, и у тебя обязательно будет детство.
لك حد انكستي حياتي، لن انسى فعلك هذا ابدا. Джамал был где-то здесь. Времени мало. Вот. Джамал здесь. Так, теперь поищи укромное место рядом с домом. Ты знаешь, что делать. Айден, где Джамал? Это Джамал. Я к нему не подберусь. Придется тебе, Айден. Черт! Он здесь откуда? Только бы он в дом не зашел. Надо убедиться, что Джамал мертв. Быстрей! لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك صديقتي. لقد قتلت أبي. أنا أكرهك.
اتركيني، ابتعدي عني. За 10 лет в ЦРУ впервые такое вижу. Босс посылает за агентом личный вертолет. Все начальство от тебя в восторге. И от Айдена тоже. Джонни, ты чего? Слушай, я знаю, что было тяжело, а уже все. Летим домой. Задание выполнено, конец. Никогда не забуду, что я там видела. Никогда. Как твоя нога? На таблетках терпимо. Международное сообщество признало легитимным правителем страны новоизбранного президента Джамала Шейха Шарифа. Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. И вдруг с
стало известно, что он и члены его правительства были хладнокровно убиты неизвестной группой диверсантов. Найди Джамала и устрани его. На президента Джамала шейха Шарифа возлагали большие надежды. Он обещал положить конец многолетней гражданской войне. Лидеры мировых держав уже выразили негодование в связи с этим убийством, совершенным так хладнокровно и жестоко. Найди Джамала и устрани его. Мима зафальчи, Салех! Покарту она кисатикачи! Ты мне врал. О чем это ты? Джамал не повстанец. Он президент. Законно избранный президент. И что? Мы не политики, у нас был приказ. Ты знал, что я бы отказалась. И ты наврал мне. Добро пожаловать в ЦРУ. У нас тут не принято разводить сантименты. Был приказ, мы его выполнили. Вот и все. Может, и срать на все. Но я не убиваю людей только потому, что они не приглянулись нашим генералам. Что такое? Стой, Джонни, тихо, тихо, хватит. Успокойся, вернемся домой и все обсудим, окей? Я обманул. Ты сделала с меня убийцу. Да какая разница? Его все равно бы грохнули. С тобой или без тебя? У меня кровь на руках. Из-за меня мальчик лишился отца. Я верила тебе. Я верила, что поступаю правильно. Кто эти Райли? Игрушка? Марионетка, с которой можно делать что хочешь? Сильная турбулентность. Черт! Я не справляюсь. Черт, ради бога, ты нас угробишь. Я их убью.